Добрый день. Предлагаю посмотреть, что сегодня происходит на звездном небе. Что прежде всего хочется отметить, сейчас сделал переход Меркурий. Из знака Рак Меркурий перешел в Лев. Это для кого-то очень хорошо, для кого-то так себе. И, кстати, прежде всего это будет хорошо для знака Овен. У Овнов была немножко сложная ситуация, пока три планеты были в Раке. Сейчас Меркурий переходит в Лев, и Овны в ближайшие несколько недель будут на достаточно позитивной волне. Какая-то хорошая новость к вам сейчас может прийти. В целом будет достаточно хорошо. Единственное, порекомендовал бы Овнам 8-9 числа быть немножко сдержанными в своих эмоциях. Луна будет создавать не самое лучшее для них положение. Но зато сегодня, вот сегодня просто ваш день. Телец. Но для Тельцов, конечно, лучше бы Меркурий продолжал бы оставаться в Раке, потому что Меркурий перешел в Лев, и это создаст Тельцам немножко напряжения. Вот, прежде всего, обратите внимание на информационные потоки. То есть не всегда поступаемая к вам информация будет соответствовать истине. Близнецы. Еще один очень важный переход, помимо Меркурия, переход сделала планетка Венера. Она перешла из знака Телец в знак Близнецы. С чем я могу и поздравить всех близнецов, потому что у вас сейчас начнется период более благоприятный в финансовых вопросах. Мало того, буквально вот сегодня-завтра, послезавтра Венера будет в соединении с Белой Луной в вашем знаке, то есть что-то очень хорошее в финансовом формате будет происходить в вашей жизни. Поставьте себе какие-то на таких аспектах очень хорошо начинать какие-то новые дела, связанные с финансами. Рак. Меркурий ушел из вашего знака, и слава богу, что он ушел. У вас значительно меньше стало напряжения, но тем не менее ситуация пока, я бы сказал, по-прежнему вам следует не выключать умеренность, а немножко быть сдержанными, умеренными. Это какое-то время еще будет продолжаться, пока Марс находится в вашем знаке. Лев. Для Львов две хорошие новости сразу. Во-первых, в ваш знак вошел Меркурий, и это благоприятно. Вам будут поступать какие-то хорошие информации, какие-то новости хорошие к вам будут приходить. Во-вторых, из неудобной для вас позиции вышла Венера. Венера перешла в Близнецы, и это открывает вам дополнительные финансовые возможности. Замечательно. Дева. Прежде всего, следует обратить внимание на Венеру. Венера с переходом в Близнецы сейчас создаст Девам некоторые финансовые сложности. Будьте более внимательными с деньгами. Не забывайте на магазине кошельки. И когда вы пользуетесь банкоматом, не забывайте карточку оттуда доставать. То есть иногда будут вот возможность мелких финансовых потерь у вас сейчас увеличивается. Весы. Со стороны Солнца и Марса напряжение к весам по-прежнему есть, но и Меркурий, и Венера перешли в выгодную для вас позицию. То есть сейчас тот самый случай, когда напряжение можно будет конструктивно использовать. И прежде всего, Меркурий – это контакты, коммуникации, взаимодействия, какие-то переговоры, посредничество. И второе – Венера – это финансовое состояние. То есть сейчас к вам открывается финансовый портал. Скорпион. Тоже одновременно и хорошая, и не очень хорошая новость. Венера вышла из оппозиции к вашему знаку. У вас завершаются финансовые сложности. Они какое-то время были, вот они завершились. И Меркурий перешел в Лев. Это сейчас вам следует быть еще более внимательными ко всякого рода поступающей информации. Стрелец. Вот прямо сегодня в вашем знаке Луна. Но она в соединении с Сатурном, это может немножко вчера и сегодня такой легкий дискомфорт присутствовать. Но переход Меркурия в Лев очень хорошее для вас положение. Какая-то свежая, позитивная информация будет поступать в вашу жизнь.
обратите на это внимание. Какая-то новость нужная к вам придут, какую-то информацию, которую вы давно ждали, какое-то важное письмо. Козерог. Сложно сейчас козерогам. Вот с такими позициями тут ни Венера, ни Меркурий никак не влияют на козерога. По-прежнему в напряжении Марс с Солнцем. Я бы рекомендовал козерогам ближайшую неделю точно быть более внимательным прежде всего к своему здоровью. Как-то быть, я не знаю, что ли, более терпеливыми, более аккуратными, более размеренными. Потому что ситуация у козерогов сейчас одна из самых сложных из всего зодиака. Водолей. Тоже и плюс, и минус. Венера перешла в Близнецы, и это очень благоприятно водолеям. Какие-то деньги к вам начнут поступать, какие-то предложения всякого рода, как приличные, так и не очень приличные будут поступать. Это вы уж сами разберитесь. Но при этом Меркурий вышел в оппозицию к вашему знаку, а это не очень благоприятно. То есть, опять-таки, Меркурий – это бог Гермеса, бог, отвечающий за контакты, коммуникации. То есть будьте более внимательны к информационным потокам и будьте аккуратны со своим телефоном. У него сейчас будет склонность теряться, разбиваться, и что-то такое с ним будет происходить. Рыбы. Ну, достаточно ровная ситуация у рыб сейчас, только не сегодня. Сегодня, пока Луна движется по Стрельцу, рыбы могут понервничать больше, чем они бы того хотели. Завтра уже Луна переходит в Козерог, и пока она будет двигаться к знаку рыбы, эмоциональный фон у рыб будет достаточно приличный. Переход Венеры в Близнецы рекомендует рыбам быть более внимательным с деньгами, с кошельками, с кредитными карточками, ну и вообще в целом с материальными благами. То есть включите то, что называется словом «бережливость». Вот такая примерно картина ожидает нас в ближайшую неделю.